Ребята, всем привет, с вами канал Страна и Игрляндия, и сегодня мы продолжаем играть в Вормальд. Ух ты, сколько вкусняшек, но не одни мы решили ими поживиться. Как же хорошо, что мы успели среагировать. Малыш, извини, но ты мог бы нам помешать. А вот и еще для нас вкусняшки. Постараемся съесть как можно больше. Попытка номер два. И сразу же столько еды. А сколько же здесь конкурентов? Первый пошел. Так. Вижу зелье, увеличивающее дальность обзора. Как же вовремя. Еще один конкурент уничтожен. И еще один. Ну, в этот раз мы разошлись. Круто! Я думаю, что это было самое большое количество конкурентов, которых я смог уничтожить за столь короткое время. Нужно собрать всю еду, которая осталась после нашего рейда. И снова, можно сказать, все сначала и начинаем с нуля. Когда ты небольшой, плюшки собирать довольно-таки сложно. Чем больше массу набираешь, тем больше плюшек можно найти. Ведь когда ты очень большой, ты собираешь сразу с нескольких клеток. И попадается намного больше баночек с различными эликсирами. Как же так? Мы оказались в неудачном месте и не можем попасть напрямую к вкусняшкам. Класс, но и на нашей улице бывает удача. И тот червячок, который нам перекрывал проход к еде, лопнул. Ну вот, наш червячок подрос, и есть на что посмотреть. В данный момент мы 14-е в рейтинге. Какой агрессивный красный червяк. Вполне возможно, в какой-то игре мы ему насолили, и теперь он старается нас подрезать. Вау, у этого червячка прикид еще покруче, нежели у нас. Как же вовремя. Хорошо, что у нас есть хотя бы удвоение баллов. И мы смогли довольно-таки серьезно подрасти. 407 тысяч массы. Да, еды много, да только нам не досталось ничего. Нас смогли опередить более молодые и более резвые. Вокруг столько червяков различных, что никого и окружить невозможно. Ни в какую щель не пролезешь. Тем более, что масса у нас довольно-таки большая. Хотя бы немножко перехватить. Вы только посмотрите, этих голубых червей к нам как магнитом тянет.
Один из них лопнул. И мы попробуем собрать после него вкусняшки. Их оказалось не настолько много. Какие они злые! Уйду я от них. Едва не споймали меня в капкан. Еле ушел. Как хорошо, я думал, червячки довольно мелкие, и с них не будет никакой еды. Но оказалось, что я не прав. А вот еще еда. Вот это уже серьезно. Здесь еды намного побольше. Главное успеть собрать, пока кто-то другой не подсуетился. После такого пиршества мы смогли подняться на 3-е место в рейтинге. А вот еще немного еды. Мы накрутили столько колец, что об наше тело убиваются многие червяки. Наконец-то мы отыскали свой хвост и сделали небольшой круг. Как вы понимаете, этот красный червячок – очередная наша жертва. Он молодец, не собирается сдаваться и изо всех сил старается выжить. Ну вот, ребята, и наступило время для приветиков. И начнем мы, как обычно, с поздравительных. Итак, звучит приветик Кристиночке Рожковой, Маше Островой, ведь у ее мамы тоже день рождения. Также именинница у нас Мариночка Королезина и Кристина Фулытко. Также сегодня свой день рождения отмечают Дарья Матвеева и Павел Литвинов. Давайте, ребята, пожелаем нашим именинникам отличного настроения, исполнения всех желаний и, конечно же, здоровья. Ну а я продолжаю передавать приветики. Майе Уласевич, Насте ТВ Плюс, Семену Козей, Марии Димановой, Андрею Махину, Хрусловой Веронике, Владике Виют, Тарасу Панкову, Антону Аренину, Денису Юдину, Полинке Котик, Куснулину Венеру и Ландыш Фаршатовой. Также звучит приветик Севиль Ганифаевой, Поповой Нелли, ее ребятам со всего двора и мамочке. Солнечный приветик Саняшке-котяшке, Ванюше, Алисе Наумовой, Ангелине Айс, Карине Черноокой, Ирине Федоровой, Оле Сухосад, Ярославу Панченко, Молодбек Нураю, Кире Матрёниной. Радужный приветик Вере Филипповой, Софии Закора, Ване Мотченко, Диане Шнайдер, Тане Комлиной, Аделиночке Шараповой, Ирочке Дорохиной, Лере Кузьминой. Радостный приветик Анечке Жайворонок, Наташе и Игорю, Настеньке Попковой, Арине Рябко и ее сестричке. Конечно же, приветик Шафиковой Алине, Анастасии Бановой и Марии Ивановой, Дарье Лукьяновой, Оружанков Драхмановой, Юлии Савельевой, Вике Кузнецовой, Ксении Рушевой, Саше Заплава, Кариночке Пили, Юлии Шлопаковой, Софье Сенилой.
Вот и закончились наши похождения на сегодня. С вами был канал Страна Игрляндия. Всем пока и до новых встреч!